Лифтера V – это высокотехнологичный аппарат ультразвукового лифтинга с использованием высокоинтенсивного сфокусированного ультразвука HIFU, предназначенный для лифтинга лица, уменьшения морщин, уплотнения тканей лица и тела, а также омоложения кожи и смаз без операции. Чем отличается аппарат Лифтера V от других зарегистрированных в России аппаратов HIFU? Manipulate Pen Type. В Лифтера V проводится исключительно с использованием анатомической точечной манипулы. Высокая мощность и большая вариативность параметров дают возможность создавать индивидуальные протоколы с учетом состояния тканей и особенностей эстетических проблем каждого конкретного пациента. Применение Pen-Type картриджа облегчает работу врача и многократно увеличивает безопасность пациента, позволяя легко и без риска работать по зонам, имеющим выраженный сложный рельеф, малый радиус изгиба и незначительную площадь, включая переорбитальную область. Глубины анатомических картриджей Pen-Type соответствуют классическим глубинам воздействия 4,5-3,5 мм, что не снижает эффективность процедуры, но делает ее безболезненной и комфортной для каждого пациента. Процедура смаз-лифтинга на аппарате Лифтера V сочетается со множеством методик, но в первую очередь хочется отметить, что процедура смаз-лифтинга на аппарате Лифтера V является неотъемлемой частью программы многоуровневой реконструкции тканей лица. В рамках этой программы процедуры смаз-лифтинга сочетаются с курсом процедур фракционного РФ на аппарате Futera Dots.